У нас появилась солнечная карта. Именно такое название носит проект Ассоциации людей с синдромом Дауна. Они разработали первый в стране сайт с картой Молдовы, на которой отмечены города и села, где проживают дети и взрослые с этой генетической аномалией. Проект нацелен на то, чтобы сблизить их. Стать его участником можно всего в несколько нажатий кнопки мыши. На сайте Купи и Суарелуи МД можно найти эту карту. Кликнув по ней, открывается карта нашей страны, на ней уже отмечены более сотни человек, взрослых и детей. Выбрав город, например, Кишинев, коммуна Бычой, можно увидеть имя, год рождения ребенка, почту и дополнительную информацию в виде фотографии или истории малыша. Идея проекта принадлежит Людмиле Вертос, одному из членов ассоциации, которая видела схожую карту по странам Европы. У женщины четверо сыновей. Первый, Николай, родился с этой генетической патологией. Основная цель проекта — объединить людей со схожей ситуацией для общения и обмена опытом. Помимо этого, социально уязвимым семьям можно подать руку, оказав психологическую или финансовую помощь. На сайте собрано много талантливых детей. Например, эта девочка ходит в балетную школу в Кишиневе, а трехлетняя дочка Аллы Бурлака Маруся любит участвовать в показах мод. Она любит дефилировать, показывает мод. Мы участвуем в показах. Она участвует наравне с типичными, нормотипичными детьми. Нету никакой разницы, что у моей дочки на одну хромосому больше. Женщина поделилась несколькими фотографиями ее дочки на сайте. Очень ею гордится. Однако есть те, кто зарегистрировал ребенка, но прикреплять фото еще не решился. Не до конца приняли, что у них родился малыш с генетической аномалией, считает женщина. Все из-за общества, из-за мнения, потому что, знаете, как раньше стеснялись наших детей, боялись наших детей, думали, что они заразны. Синдром Дауна – это генетическая аномалия, не болезнь. И от человека к человеку, конечно, не передается. С ней можно жить и вполне себе счастливо. Эй, Сергей. Я Сандария. Это Сергей, он из Кишинева, ему 20 лет, и он уже выбрал себе профессию. Закончит университет и станет социальным работником, хочет помогать людям. Поделиться опытом воспитания, рассказать об особенностях таких детей, о сложностях и успехах их социализации готовы многие мамы, которые участвуют в этом проекте, как, например, мама Сергея. Мой опыт богат, чей тени копил к синдрому Даун дежа ряду здесь дальше. Я кратко есть инкапенела момент унику копил не Республика Молдова, кари амерс потребте амерс градиница, школа примары, гимназию, лицею, ща таку мамерджила университете. По данным Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом синдром Дауна рождается каждый 700-800 младенец в мире. Патология возникает независимо от образа жизни родителей, их привычек и образования. Таких людей отличает доброта и очень светлое отношение к миру, поэтому их называют солнечными. Сон. Та. Щи. Тот. Саша, браво! Сон Саши тот, браво! Ты купи? Саша, спуни папа. Папа.